Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Александра, это канал о вязании. Сегодня буду рассказывать о своей готовой работе и о своем процессе. В прошлом выпуске уже рассказывала о вязании, о процессе вязания двойных варежек. Я их довязала, сейчас расскажу о том, как связать их максимально косячно и что сделать, чтобы этих ошибок и недочетов не было. И также расскажу о процессе вязания детского кардигана из пряжи Drops Air. Итак, приступим. Первое изделие – это вот эти вот двойные варежки, которые я, как уже сказала, анонсировала в видео с процессами. Теперь я их довязала, вот они у меня здесь. Я их, по-моему, показывала в Инстаграм уже. По-моему, да, показывала. Вот сейчас одену. Так, лицо закрыть. Вот так они выглядят на руке. Так они сидят. Сразу могу сказать, что в принципе я ими довольна с точки зрения, что они выполняют функцию тепла, за которую я основное переживала, что да, действительно, какая у меня была мотивация связать двойные варежки. Я хотела, чтобы мне было теплее, чем в перчатке плюс варежки. То есть я раньше для тепла на прогулках с ребенком я запаковывала руки вначале перчатки надевала и затем сверху варежки. Сейчас я на прогулку с собой беру только вот эти двойные варежки. Если прям совсем холодно под конец прогулки, то я руки еще в муфту от коляски сую. И тогда, в принципе, мне хорошо. Короче, я мерзляк. Функцию свои перчатки плюс сверху варежки не выполняли достаточно настолько, насколько мне хотелось бы, и у меня руки подмерзали. Вот в этих двойных варежках такого не происходит. Поэтому с этой точки зрения я ими довольна. Но, как я уже в начале видео говорила, мне здесь не все нравится. И сейчас расскажу, что именно мне не нравится. Вначале о том, из какой пряжи они связаны. Это пряжа Drops North. Оттенок я подпишу в описании обязательно. Пряжа Drops North, спицы на внешнюю варежку. У меня здесь спицы 2,5. И на внутреннюю варежку, то есть та, которая внутри у меня вторым слоем идет, там спицы 2,25. То есть я их вязала существенно плотнее. И вообще, не знаю, насколько это хорошо видно на камеру, но вот эта вот варежка у меня довольно свободная, а внутренняя, она прям буквально ровно по руке сидит. Хотя сейчас я вот чуть-чуть их поразнашивала, и они уже так посвободнее стали, но вначале они прям плотно-плотно по руке сидели. Даже раскрою секрет, что это не первое видео, которое с ними я записываю. Прошлое я полностью удалила. И там они у меня сидели плотнее по руке. То есть тут разница буквально пару дней, и они стали свободнее. Это к вопросу о том, почему они у меня такие достаточно... Они, в принципе, не длинные. Здесь у меня куртка вот ровно до этого места закрывает, поэтому длиннее мне было не нужно. Может, если вам покажется, что они достаточно куцые, то себе можно связать подлиннее, например. Но мне как раз у меня вот ровно здесь никаких складок не образуется, никуда чуть-чуть эти варежки не стягиваются, ничего не происходит. Как раз у меня этой длины мне достаточно. Единственное, что в прошлом видео сокрушалось о том, что длина большого пальца у меня идеальная, но за счет длины самой варежки, вот здесь, да, в мыске, кажется, что можно было их связать чуть подлиннее, буквально 1 сантиметр, и, может быть, не так тянуло бы в большом пальце, то есть здесь все-таки вот они прям ровно-ровно по руке, и даже если вот их еще посильнее поднатянуть, то они как будто маловаты, вот буквально, говорю, 1 сантиметра не хватает. Но на самом деле вот сейчас они у меня уже чуть-чуть опять подразносились, и достаточно, то есть никакого дискомфорта в руке нет, хотя, возможно, все-таки вот это вот место чуть-чуть тянет. Это я сразу к недостаткам перешла, то есть это один из первых моментов. Не надо спешить, торопиться закрывать эту варежку, чтобы она была... Хорошо звучит. Чтобы не надо торопиться закрывать мысок, чтобы тут все хорошо сидело по руке, не тянуло нигде. Хотя, на самом деле, вот варежки с большим запасом здесь я не люблю. То есть, когда здесь еще как будто еще чьи-то пальцы влезут к тебе в варежку. Мне такое не нравится. И сразу еще тоже один момент, который мне здесь в этих варежках понравился, который я прям рекомендую делать. У меня между вот этим вот большим пальцем на внешней варежке и внутренней варежке у меня здесь разница в 2 петли есть. То есть по количеству рядов они, по-моему, абсолютно у меня идентичны, а вот по количеству петель здесь разница 2 петли. За счет этого они сидят просто как влитые, то есть одна в другую, один в другой, вот эти вот пальцы от этой варежки, они идеально прям подошли. Потому что, говорю, в чем была проблема с моими двойными варежками магазинными, и в детстве, которые у меня были, это то, что там пальцы, видимо, были абсолютно идентичны, и внутренний палец, он как бы чуть-чуть собирался в складочку. Не так комфортно он сидел, здесь прям идеально. Они как будто рождены для того, чтобы быть вместе. Ну, в принципе, так и есть. Ну и дальше тогда давайте перейдем к самому основному недостатку, который у меня здесь есть. То есть, когда я эти варежки просто
показываю где-то на фотографиях, вот сейчас даже на видео вам показываю, в принципе, здесь с ними все хорошо. Да, выглядит все довольно достойно. Но когда их долго носишь, и в принципе, если ты просто идешь там, держишься за коляску, еще за что-то, здесь происходит вот такая ситуация. Сейчас покажу. То есть, эти вот убавки. Сейчас одну варежку сниму, чтобы было удобнее показывать. Эти убавки, которые у меня выполнены с двух сторон. В принципе, это симметрично вполне себе. Они у меня уезжают. Одна уезжает на внешнюю часть руки, вот она, вот видите, вот это вот убавки, которые по идее должны быть где? От мизинца идти, да, то есть вот здесь вот на ребре, ни на каком ребре они не идут, они идут у меня совсем с другой стороны. И аналогичная ситуация, собственно, с внутренней стороны варежки, что в принципе это меня нисколько не напрягает, потому что это внутренняя сторона, здесь ничего не видно, но с внешней стороны, соответственно, это смотрится не очень. Почему это произошло? Опять очень долго я вступаю. Это произошло потому, что большой палец у нас находится, как известно, не на самом вот ребре ладони, то есть он здесь неровно выходит из руки, вот так вот прямо, а он у нас чуть-чуть внутрь, и когда мы пользуемся варежкой, вообще что-то делаем, то есть мы тоже руку сжимаем большой палец, мы подгибаем к ладони, когда мы делаем не просто прорезной вот здесь вот со стороны ладони его, а когда мы выполняем его прибавками, то мы должны энное количество петель от края отступить. То есть какое-то количество петель у нас здесь должно быть провязано просто лицевыми. И затем мы выполняем там любым вариантом. Либо симметрично прибавки с двух сторон делаем, либо с прибавки с одной стороны делаем, там с любой, с правой, с левой, неважно. Я здесь отступила почему-то всего 2 петли. Хотя я прекрасно знаю, что, допустим, даже в тех же перчатках я, ну, от пряжи, конечно же, зависит, но делаю 3 или 4 петли. А здесь у меня получается пряжа, из которой я зачастую вяжу перчатки Drops North. И я делаю спокойно 3-4 петли. 3-4, не 34. И все хорошо. А здесь я почему-то решила сделать только 2 петли. Что мной двигало, я до сих пор не могу понять. Почему-то я считала, что раз двойные варежки, то нужно только 2 петли. Хотя пряжа тонкая, и нужно в первую очередь опираться на пряжу, конечно же. А не на двойные варежки, либо тройные варежки, что ты там вяжешь, неважно. Поэтому я сделала всего 2 петли, и, соответственно, вот такая вот ситуация и происходит. То есть у меня все вот это вот заворачивается, когда рука у меня в спокойном состоянии, либо когда я качу коляску, либо когда просто иду, и там, да, большой палец как-то делаю. Поэтому вот это вот и происходит. Поэтому учитесь на моих ошибках. Но на самом деле тут дело не в двойной варежке. В том, что это достаточно тонкая пряжа. И 2 петли здесь это очень мало для выполнения вот такого вот большого пальца. Поэтому учтите этот момент. Вот это основной момент, который меня здесь не устраивает. И который отодвигает эти варежки от идеала очень-очень далеко. Также я здесь недостаточно хорошо затянула петли. Здесь вот на этом мыске. Сейчас сфокусируется. Вот здесь. У меня недостаточно хорошо затянуты петли, поэтому она здесь такая чуть-чуть пипка есть. Вот здесь и на большом пальце то же самое. То есть надо было их чуть-чуть посильнее подтянуть. Тоже я уже, видимо, просто куда-то торопилась. И у меня такое бывает. На стадии, когда мне уже осталось совсем чуть-чуть до окончания проекта, я почему-то начинаю торопиться, хочу быстрее его сделать. И такая, все, готово. Вот это вот у меня недостаток, над которым тоже надо поработать определенно. И вот здесь вот варежка как раз это заметно. Очень сильно, потому что обычно я сильнее затягиваю и немножко по-другому выполняю закрытие. Поэтому здесь это видно. Основную функцию эти варежки выполняют. В них очень тепло, в них очень комфортно. Они, да, чуть-чуть покалывают. Drops North, я уже тоже об этом рассказывала, что она чуть-чуть покалывает. Но мне это существенного дискомфорта не доставляет. В перчатках, варежках мне это нравится. Короче, в принципе, варежками довольна. Их можно бы перевязать и связать еще раз другие. И вот с учетом учесть вот эти вот недостатки, которые я сделала, но я не буду, потому что все-таки двойные варежки, они не каждый день нужны, не на каждой прогулке нужны. Погода такая, когда они действительно жизненно необходимы, бывает не так часто, по крайней мере у нас в городе. Я обойдусь этой парой, то есть у меня, наверное, следующий год, может, максимум они мне пригодятся. В других ситуациях, когда ты просто сам ходишь куда-то гулять, то, в принципе, если ты чувствуешь, что ты подмерзаешь, что ты можешь уйти с прогулки, тебя никто там не держит. Здесь, получается, на прогулке с детьми ты гуляешь ради детей.
опять же, когда там какие-то занятия спортом и еще что-то, то у тебя есть специализированные перчатки для спорта. И тоже двойные варежки не особо. Перчатки, варежки, неважно, не особо нужны. Поэтому говорю, перевязывать я их не буду, но я вам рассказала, что нужно учесть, какие моменты. А, кстати, да, еще один момент забыла сказать, что у меня здесь просто разница в номере спиц. У меня здесь абсолютно нет меньше петель во внутренней варежке. Но сидит по руке, это все хорошо. То есть нигде складок нет, просто за счет того, что верхнее полотно, оно в принципе более рыхлое, оно сильнее тянется и прочее. То есть вот единственное, что, как я сказала, в большом пальце там есть разница петель, две петли. Когда маленькая какая-то окружность у тебя идет, либо какая-то малая форма, то ты затягиваешь сильнее, плотность меняется. Больше или меньше стороны не скажу, но, короче, ты вяжешь плотнее просто. Следующее изделие, я тут немножко непродуманно и начала набирать петли. Но не надо было, конечно, или донабрать петли до конца, а потом показывать, или вообще не набирать петли и показать вам. Это кардиган для девочки. Вяжется он у меня на возраст год-полтора года, но на самом деле я уже сейчас поняла, что я рукава закрыла. Я боялась, что у меня рукава слишком длинная, но в итоге нисколько они не длинные, и в какой-то момент, видимо, рукава будут даже чуть коротковаты, судя по всему. В общем, вязала на возраст год. На эту весну под демисезонную куртку мембранную, как-то как еще показать, вот так вот. Вот так он выглядит, это просто реглан лицевой гладью, тут вообще ничего такого прям специфического нет. Укороченные ряды у меня выполнены здесь вот по переду, укороченные ряды выполнены по рукаву. По спинке я здесь вообще никаких укороченных рядов не делала, хотя обычно я выполняю укороченные ряды в том числе на спинке, то есть спинку и рукав захватываю для того, чтобы была спина не вот такая вот прямая совершенно, а небольшое скругление было на спине. Здесь не стала этого делать, посчитала, что, как бы, во-первых, не так долго будем носить это изделие, плюс лень, на самом-то деле, больше это никак оправдать нельзя, и сделала, что здесь спинка просто прямая. Это здесь уже прям явный недостаток. Я перед тем, как вязать рукава, изделие на ребенка примерила. В этой модели это будет видно, судя по всему, это будет недостаток, потому что у меня здесь очень плотно по шее этот реглан сидит, то есть здесь нет никакого запаса, чтобы это все там как-то нивелировалось и так далее. Так нельзя было делать, то есть когда реглан плотно к шее прилегает, то такого делать нельзя, конечно же. В реглане у меня здесь в начале прибавки идут в каждом втором ряду, затем у меня на рукаве в каждом четвертом ряду, здесь в каждом втором практически, потом у меня был участок, где в теле я тоже прибавки делала пореже, ну и потом в каждом втором ряду, опять ближе к рукаву, у меня выполнены прибавки. Подрез набирала, поднимала петли из закрытого полотна, пока еще не затянула, поэтому тут чуть-чуть дырки небольшие есть. Все, потеряла я спицу. И сейчас с кромки набираю петли. Вначале хотела делать просто резинку. Резинку на каких-то пуговицах, либо резинку, не резинку даже, либо планку на молнии. Но сейчас думаю, что все-таки молнию... Нет, слабо мне верится, что я все-таки найду молнию. Сегодня постараюсь дойти до магазина, либо посмотрю молнию, либо сделаю какие-то магнитные кнопки здесь, потому что пуговицы точно не вариант. Пока я буду застегивать пуговицы, человек от меня уже убежит. Пряжа Drops Air, я не сказала, с какой пряжи я вяжу. Основное полотно у меня связано в спицах 4,5. Сейчас покажу. Довольно-таки плотное вязание. Вот, но... Как бы есть куда потянуться полотну. И резинки у меня выполнены на спицах 3,5. Вот. На камеру вроде достаточно четко цвет передается. Такой очень интересный, красивый. Цвет мне очень нравится, очень такой красивый, насыщенный. Дочке очень идет. Таня, спасибо большое еще раз за пряжу. Потом покажу готовый результат. Что у меня еще осталось в оформлении этого кардигана? Мне надо вывязать наверху резинку. И вот говорю, что это решить с планкой здесь. Вначале надо купить застежку для этого кардигана. И тогда уже приступать к вывязыванию, собственно, этой планки. Либо резинкой, либо лицевой гладью. И также у меня здесь еще будет вышивка на кардигане. В итоге я решила не делать никакие узоры. И попробовать все-таки вышивку по вязаному полотну. Потому что... изделие совсем маленькое, отлично будет потренироваться. Так что как раз хочу купить вот это шерстяное мулине и попробовать, что получится. О вязании я рассказала совершенно все на данный момент. Процессы следующие анонсировать не буду, потом покажу уже видео. Тем, кому было интересно только вязание, спасибо большое и до новых встреч.
Теперь я еще пару слов должна рассказать о вышивке, потому что каждый раз говорю себе, что не буду рассказывать, но нет, тем не менее, все равно говорю. У меня, я уже начинаю тараторить, потому что у меня садится камера. Первое, у меня случились тут парочка покупок для вышивки, хотя я говорила себе, что нет, я больше ничего покупать не буду, но тем не менее, да. Во-первых, вот такой вот органайзер с AliExpress, он мне в итоге очень нравится, потому что мне было категорически неудобно с вот этих вот бумажек, органайзеров, которые были в наборе с вышивкой. Мне было совсем неудобно. Здесь вот мне очень нравится, как это все можно организовать. Мне прям удобно. Покажу поближе, то есть здесь все цвета пронумерованы, все нити, они немного путаются, то есть, наверное, как-то надо еще по-другому это сделать, но как еще иначе более удобно это организовать, чтобы это было удобно мне, я пока не придумала. И также вышивка у меня сейчас на данный момент до сих пор новогодняя, по той простой причине, что я все для этих новогодних сумок делаю детям. Вот как у меня сейчас это все великолепие выглядит. Великолепие. Я купила пяльца большие. Когда последний раз я показывала эту вышивку, я вообще вышивала без пялец. Сейчас поняла, что зачем я так мучилась, непонятно. Это самые огромные пяльцы от Нюрги, 25 на 28, они гигантские. Если честно, я просто заболела гигантизмом и взяла их. Я не думала, что они настолько большие. Но я хотела, чтобы у меня вся вышивка поместилась, собственно, на одни пяльцы. Решила, что тут картинка довольно большая, переставлять туда-сюда их не очень удобно, поэтому почему бы и нет. В итоге, да, мое желание сбылось, у меня все влезло на одни пяльцы, но вышивать ими было категорически неудобно. То есть у меня была вот эта вот корзинка, я ставила ее на стол, устанавливала сюда пяльцы, и вот так вот постоянно передвигая, пряча хвостики, пряча нить, это все как-то великолепие делала. В итоге потом в интернете я пересмотрела много-много разных мастер-классов, как делать так, чтобы не переворачивать постоянно работу туда-сюда и прятать нить так, чтобы это все не произошло. Сейчас на данный момент изнанка у меня выглядит так. Я не знаю, насколько в рамках вышивания это страшная изнанка. Наверное, не самая симпатичная. У меня тут кое-где и протяжки есть. Здесь вот у меня еще не закреплена одна нить. Я распустила в процессе вышивки один крестик. Вот здесь у меня образовался хвостик. Ну так, вроде не сильно страшно, но как бы не очень хорошо, наверное. Но, тем не менее, сейчас, в общем, вышиваю без поворота пялец и приобрела такие станок для вышивки, потому что моя спина сказала, моя спина и шея сказала, что или ты завязываешь с вышивкой, или мы как-то организуем процесс этот достойнее. Поэтому я взяла вот такой вот станок для вышивки от Нюрги. Поменьше сделаю. Вот, чтобы он весь влез. Взяла на Озон. Там вроде цена была самая более-менее доступная. С ним вышивать, конечно, вообще прям очень-очень-очень удобно. Серьезно, прям просто словами не описать. Хотя все равно мои глаза и моя спина и шея говорят о том, что пора, видимо, завязывать с этим видом рукоделия на какое-то время. Но посмотрим. В общем, у меня вот эта вышивка, и мне еще две сумки надо оформить. И тогда, в принципе, да, с вышивкой на какое-то время можно завязать. А пока также по-прежнему я ночью занимаюсь вышивкой, потому что не зря же это немножко движется. Медведь, на самом деле, мне очень нравится. Извините, как говорится, но покажу все-таки медведя. Вышивать с этого гнома. Этого гнома. Но медведь мне нравится больше всего. Прям такие цвета классные. И здесь так вот это выглядит. Короче, картинка мне очень это нравится. Поэтому для вязания у меня покупок совсем не было. Я стараюсь держать себя в руках, потому что у меня реально много пряжи. Много пряжи у меня, поэтому надо извязывать то, что есть. А вот с вышивкой, как оказалось, у меня есть не все, поэтому вот поступила так нехорошо и купила себе еще и станок, и пяльцы еще одни. Но поскольку у меня еще две вышивки, и они тоже достаточно большие по размеру, ну, наверное, такие же, как этот, у меня большие относительно меня, относительно моего вот этого вот микрозайца, для меня это большое. Поэтому я решила, что мне все-таки этот станок и эти пяльцы еще пригодятся в рамках того, что следующую еще работу точно надо вышить. Так что на данный момент у меня вышивальные планы гораздо более четко выстроены, чем вязальные. Вязальные у меня так все достаточно быстро меняется от одного к другому. Так, что, все, у меня телефон, фотоаппарат у меня садится. По-моему, я вам обо всем рассказала. Спасибо большое за внимание. Еще раз напоминаю, что я здесь не голая, здесь у меня вон топик. Спасибо большое за внимание. Очень рада, что вы были со мной. Надеюсь, что скоро я вам покажу готовый кардиган. И до встречи в новых видео. Пока-пока.